Хей, йо, гайс, с вами Шубки, мы продолжаем проходить игру под названием Heaven Does Too. Ну что, в принципе, мы нашли нового себе члена команды, так можно сказать, Кейт, но она в заперти, поэтому, чтобы ее освободить, нам нужно подумать, как это сделать. Так, ну у нас, короче говоря, есть вами один треугольник, кстати, который, возможно, нам поможет когда-то. Так, комната охраны. Нужен ключ. Как я понимаю, нам нужно еще ключ ветра там. Такие нестандартные еще ключики понаходить. А, подожди, зажигательная электрическая бомба. Просто 7 пуль в никуда. Бля. Ладно, есть задумка. Сейчас ее, в принципе, сделаем. Просто понимаешь, там псины. Мне нужно примерно знать расстояние. Даже так. Думаю, будет максимально плохой идеей это сделать. Так, не могу поверить. Олдрик все испортил, уничтожил себя и особняк. Повезло, что один из носителей вируса уцелел. В ближайшее время его доставят сюда. Это мой шанс. Шанс оборвать эту тягомотину и наконец-то вскарабкаться на вершину жизни. Я продолжу исследование и заставлю совет осознать свою значимость. Чертов совет. Они откинули мое прошение взглянуть исследование вируса и выслали команду Уллера и штаба. Неслыханное оскорбление. Второй носитель мирно спит в моей лаборатории, а я и мои люди не могут на полшага к нему приблизиться. Очень и хочу знать, от чего этот переключатель на самом деле. Просто я осознаю тот факт, что если я сейчас это делаю, то собачки на меня накинутся. С другой стороны, я могу использовать бомбу. Как вариант. Электробомбу кинуть и потом начать расстрел их. Ha!
Плохая была идея. Просто ужасная идея была. Не, как вариант, возможно, я бы просто их... отстрелял бы. Ладно, будем держаться расстояния. Моя проблема была. Они, конечно, шустрые. Тихо, тихо, тихо. Держим расстояние. Все, я понял, что я могу играть на расстоянии. Блять, как оно странно работает. Так, там один полностью костлявый, да? Кто молодец, я молодец. А вот, кстати, возможно, я бы мог просто колокольчик повесить. Так, эти собаководные монстры становятся все злее. Держите свои пальцы при себе, если вы привлеклете их внимание, мигом звоните в объединенный колокольчик. Они сразу потеряют к вам интерес. Но на полном серьезе колокольчик может спасти вам жизнь. А еще директор неоднократно повторяет, что нам нельзя ничего раскрывать о том, что тут происходит. Особенно ребятам из первого НИИ. Кто хочет спокойно получить зарплату и дожить до пенсии, держите рот на замке. На самом деле, скорее всего, мне их бы все равно расстреливать пришлось бы. Поэтому бог с ним. Немного так уж и потерял. Так, это выход на улицу. Блин, мне бы в натуре магазинчик найти. Ну, улучшение магазина. Улучшение для магазина? Стабилизатор. Вот, что-то новенькое на самом деле. Увеличивает шанс критического выстрела. Можно установить на оружие модели. А я что же на этот не смогу, да, установить? На пистолет. Только на ПП. Подожди, а у меня шелушелки. Хер знает где, да? Потом поставим. Зачем я бегал? Я ж мог ящик отодвинуть просто. Так, кстати, я ж не сохранился, да?
Мне нужна, во-первых, лопата. Мне нужен еще один треугольничек. Зачем я тогда с собой его ношу? А это я как раз двери открою на улицу, да? Это получается, сейчас начну ехать, я буду отстреливаться еще при этом. Интересно, от кого? Ну, попробуем. Это был намек на то, чтобы я не жадничал пули. What? А что мне делать? Я ж не уверен, что убежать от него я могу. Ладно, будем считать, мне повезло. Так, а теперь вопрос, где я? Ага, нихера это я проехал. Это получается как раз сейчас сюда, да, выйду? Лежит.
Ну куда я поехал? Надо было просто зажать ему в тело, да и все, и не морочить. Да уж. Блин, я не знаю, может мне пули тогда покрафтить? Для ППшки. Ну, давайте для ППшки пулю покрафтим, потому что таких зомбаков я вообще убить не смогу. Гильза. Так, подожди, это мне нужно С, да, порошок? Типа пуль, почему бы нет? Ну, возьму, пусть будет. Охилиться либо нет, ну, давайте попозже. Нет, иди туда, откуда ты пришел. Чер. Что-то их как-то в натуре стало очень много.
Я просто понимаю, я походу немножечко тупанул и начал делать пули не те, которые надо, потому что оружия у нас вообще этого нет. Я рассчитывал на то, что я пропеллер выключу взрывом. Давайте не забывать, что у нас здоровый босс дерева есть. То, что у нас какой-то тоже проколотый Блять, я чё, тонул? Вентиль. Опа, вот. Стоит что-то вот новенькое. Вот об этом я бы договорил. Вентиль. А вот я не помню, где квадраты используются. Так, короче, сейчас побежим, я с... А, подожди, может мне в натуре этот еще взять? А, ну это получается не огненная, а коррозийная какая-то. Ну ладно, создам себе, пусть будет. Не за спору сохранил. На последнюю бомбу. Маленький ключ, кстати, новенький предметик. What? Здесь не работают споры. Ладно. Странно тогда. Так, подожди, а что он хотя бы дает? Критический выстрел. Может, у меня в натуре пистолет? Хотя критический выстрел это очень хорошо. Особенно такой шанс. Получается, мне здесь споры больше не нужны. Я помню, где ключ используется, но, по идее, мне там еще нужен один ключ. Если так подумать. Ну, знаете, подоб контент с ключами.
Хорошо. Так, есть какая-то комната, есть куда-то спуск. Вентиляционная труба. Старая строительная площадка. Горный тоннель. Ага. Нихера себе. Так, огромный компьютер с USB-портом. Примерно я понимаю, что я могу сделать, но... У меня только половина ключа. И интересно, главное, от чего этот ключ? Давайте тогда в левую сторону пойдем. Бомбы, это, скорее всего, когда я буду убегать, нужно будет отстреливаться. Так, очень узкий проход, в который пропустят лишь низкие люди. Хотел, думал, вау, сейчас на один патрон меньше будет, ага. А в чем прикол с низкими людьми? И почему я сюда в натуре не могу использовать? Станок для резки... А, для резки металла, ё-моё. Вот оно что оказывается. Это не херня для создания. Блин, ну, может, сохраниться нужно было. Возможно, кстати, эта ключ-карта мне поможет открывать эти сундуки, о которых я говорил все это время. Так, подожди, я... ну и что я получил с этого? Да уж. Стоп, а где маленький треугольник? А, вот он. Погнали тогда, дверь откроем. Все, здесь только одно растение это. Одна спорка. Нужен еще один ключ. Дело в том, что у меня только один треугольничек. У меня лопаты нет. Мне нужна лопата, если так подумать.
Кстати, растения могу посадить. Еще тема с ящиками вот в натуре здесь не раскрыта. Хотя понимаю, мне нужен еще ящик. Только где его взять? Вот эти перегородки мне говорят о том, что я здесь не смогу взять ящик. Но здесь я ящик не смогу взять. Отсюда я ящик не смогу взять. А, ну кстати. Все оказалось довольно проще. Ага. Ну, такая на обход. Сейчас зомби уйдет. Давайте я решу эту головоломку и закончим. Можно дышать. Вот теперь реально можно дышать. Еще плюс доп. Место. Ладно, давайте, я думаю, тогда на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.